Я тренер по чирлидингу одной из самых крупнейших команд в городе Монро. У меня занимается около 120 детей. В обычной жизни я чаще всего, конечно, ношу спортивную одежду, потому что очень насыщенный обычно график, бегом на тренировке. Конечно, это обычно кроссовки, спортивный костюм. Вообще у меня очень много вечерних платьев. Я очень люблю блестки, я очень люблю стразы, красные, черные. Русская тема мне очень близка. Провожу мастер-классы по созданию бережной куклы русской и русскому традиционному костюму. И детей тоже стараюсь приобщать, тоже к нашему родной культуре. То есть пусть чирлидинг – это американский вид спорта, но все равно мы стараемся вносить какие-то нотки все-таки свои, русские. У меня очень насыщенная жизнь, и как он говорит, что с тобой не соскучишься. Каждую неделю, каждый день может даже что-то новенькое. Вот сегодня я вот поехала сюда, завтра вот я их потащу еще куда-нибудь на соревнования. Со мной не бывает просто скучно.